Программа обеспечения жильем молодых семей реализуется на территории Тверской области с 2007 года. Поддержкой государства уже воспользовались более 1500 супружеских пар. В четверг в администрации города были вручены сертификаты еще 14 тверским семьям. Для большинства событие стало долгожданным. Когда-то, когда мы просто сдавали документы, подавали нуждающиеся в жилье, нам все говорили, это фантастика, этого не может быть, ничего вы нигде не получите. Но мы все равно шли с целью, надо верить в чудо. Преимущественным правом на жилищную субсидию пользуются многодетные молодые семьи. Чета Паниных ждала получения сертификата 2 года. Все это время молодым супругам с 3 детьми приходилось жить на съемной квартире. Теперь семья наконец-то обзаведется собственным кровом. Конечно, счастливы, рады. Бежали, отдышка, значит, пришли, немножко потрясывает, конечно, переживания, эмоции. Ну, это, знаете, как, наверное, как появление детей, что-то в этом роде. В этом году в бюджете Тверской области на обеспечение молодых семей жильем предусмотрено более 60 миллионов рублей. А с учетом средств, которые удалось привлечь из федеральной казны, объем финансирования составит порядка 136 миллионов. В программе участвуют 28 муниципальных образований. В настоящее время в улучшении жилищных условий нуждаются 728 молодых семей. В прошлом году губернатором Тверской области было принято решение существенно увеличить софинансирование из областного бюджета, что позволило в этом году вручить сертификаты значительно большему количеству семей. Ну и вообще такая у нас программа, чтобы года за три бы мы вот существующую очередь на улучшение жилищных условий смогли бы, вообще-то говоря, удовлетворить. Напомним, стать участниками программы могут молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов не достигает 35 лет. Семья должна быть официально признана нуждающейся в жилом помещении и иметь доход, позволяющий оплатить часть стоимости приобретаемого жилья. Денис Сиренов, Антон Шишкин, Виталий Осипов, ТВ-Тверь.